И всем привет, вот мы вернулись в игру. Так, лут, лут. Кругом лут. Надо бежать отсюда. Ага. Если бы сила только была, а так можно побежать. Так, это у нас что, Геркулес? А вот время действия, насыщение, выносливость, грузоподъемность. Ну давай. Ну вперед. Жми давай. Ах, не трепай башкой там своей. Блин, быстро. Ну да, я тяжелый стал. Быстро тратится стамина. Так, сейчас буду слаживать все в этот ящик. По-моему, здесь никто не берет ничего. Но это не точно, конечно. Возможно, сталкеры тоже могут отсюда хлам брать. Блин, почему мне не так? Ладно. Вот дерьмо-то, а. День коту под хвост катится. Ни хабара, никакого приварка. И никого на горизонте. Вот и разбитый фонарик, это можно вот продать. Рация, это все можно разобрать, это можно продать. Водка, отлично. Консервы, так, вот эту хрень. Разве только водочкой запивать ее. Есть еще аптечка 2 на F1. Хлеб, ты тоже там этот? Радиоактивный или нет? Небольшое повышение сонливости, небольшое повышение жажды. Чуваки, кто-то слышал о каких-то особо засекреченных лабораториях в Окоп-зоне? Говорят, до сих пор работают. Угу. Как там смогли выжить люди после взрыва, неизвестно. Без припасов, энергии. Возникает вопрос, а люди ли там работают? Или может точно инопланетная хрень там сидит? Так, заскочим к Сидоровичу. Продадим эти нашивки. Военный же там. Так, что интересует? О, неплохо. Это он не покупает, говнюк. Интересует меня вода, у меня вода кончается. Вода. Самое дешевое, что есть у тебя. 735. Это самое дешевое, да? А фляга есть. 729. У него 3 применения. Водка. Столичная. 732. Надо попить. Сожрал вместе с конетой, с аптечкой. А, и вместе с флягой. Побежали обратно, сейчас подбирать весь хлам этот. Ну, так я про тебя забыл, знаешь, дружок. Автомат где твой, слышишь? Кто его уже делает? Кто у меня уже автомат спер? Автомат в руке твой. Тюлень. Шлем у тебя в таком состоянии, что даже брать не смысл. Вояки сами же шлутают их, блин. Серьезно, все влезло? Я думал, сейчас будет очень тяжело. А, я ж выпил, у меня еще, по-моему, 10 это. Чтобы бегать. Все, приехали. Да, патроны классные, просто классные. Разобрать. Разрядить уже нет чем. А, могу ходить. С трудом, но могу. Сейчас сталкерам поотдаем эти автоматы фуфлыжные. Кстати, можно каски было. А, ну ладно. Не буду я. Остальное тут нечего больше брать. Так. У этого что, пукалка? А, сигареты курит. Что это за оружие? Я тебе автомат хочу дать. Возьмешь?
Я тебе даже шлем дам один. 21%. 22. На тебе 21. Заберешь? Говорит, не хочу. Ну, вот тебе РПК. Берешь? Он уже забрал, по-моему, его. Что, его уже не вижу. Он сразу его в карман запихнул. Более лучшее оружие. Хватит курить там. Если нужно что, спрашивай у главного. Давай, доставай пулемет из кармана. Опять он курит. Так, это мадам тут ходит. Шумит студент с пистолетом. Ну, привет. Это вот что? Обрез, вертикалка. Так, а у меня фуфлыжная вообще ни о чем. На, мне не дам. О, нифига, это даже с гранатой. Отсоединить гранатомет. Нифига себе, слышишь? Альтернативный. Это просто. Вот, блин, этот. Емкость магазина 4%. 28. Жалко такой давать, слышишь? На тебе этот. Ну, какой прибарахлился сразу. Ну, это бы все, конечно, разобрать, но этого барахла еще будет, ладно. Разрядить. Да, патроны, конечно, супер. Супер качественные. Так, это сейчас продадим. Нашивки мне нужны. Это есть хлеб. Это сюда. Вроде никто ничего не забирает. Останусь всякие. 22, 24. А да ладно, ставь. Фуфельные патроны убираем сразу. Они очень сильно портят оружие. Альтернативный. 28, говоришь. Чё себе, прям хороший. А с глушителем? Хм. Куда идет? 5.45 только. Ну ладно. У меня уже есть, оставлю. Подожди, этот не такой же самый случайно? Ага, точно такой же. Оставь его. Поиграть что-нибудь, что ли? Ну, сыграй, что ли? Вот ты с пистолетом ходишь. На, держи. О, важный такой, с калашом. Со всеми делами. Ну вот, теперь я и бегать могу. А шлем они, я смотрю, шлем они не подбирают. Они ни в каком состоянии не подбирают. Да, он валяется. Их разобрать, но у меня инструмент пока нет. Так, ну что мы можем продать? Два фотоаппарата пока продадим. Лопаты эти продадим. Еще будем этого хлама будем находить много. Послушайте, мужики. Так, рацию, пожалуй, наверное, продам тоже. Гранату продам, лопату продам. Это что, Форд 17? 17 патронов, я так понимаю, судя по названию. Один можно избавиться от одного. Вот. Так, это оставь здесь. Пряжки, шмешки. Так, водку с собой. Еду с собой. Питье есть? Так, ну ладно. Спальник. Его можно разложить в любом месте спать. Переместить, выбросить. А ты еще сходишь? Привет, там брат. С пакемчиком, с пмчиком этим убогим.
Его сразу лучше продавать, наверное, тут прям, потому что это вообще не оружие. Ну как, оружие, конечно. Как дела? Да нормально. Так, что интересует? Много чего интересует. Так, простая швейная нить. Повсеместно переиспользуется при ремонте брони. Базовое улучшение состоит на 25%. Вы можете быть... Так, использовано при состоянии... А, не может быть использовано при состоянии ниже 10. Бонус ремонта 3%. Может быть... Может улучшить состояние деталей, используемых... Так, запчасти. О, надо было же вот это выкинуть. Лопата. Да, не густо. Денег прям вообще не густо. Две нашивки только бандитов. Мало. Вот эта хрень мне не нужна. Она мне толку. Хотя что-то она там дает. Прям радиацию. Не, ладно, давай, одевай. Потом оденешь. 700. Вот болты. Да вообще все продай их, кички, дрянь, фини, да и все. 798 рублей. Ужас, просто ужас. Так, задание есть? Ты еще сто не разделался. Надо... Ну, я понимаю, блин. Сохранись. Главное, сейчас в аномалии где-нибудь здесь не лететь. А вон она, кстати, крутится уже. На фоне ее видно. Блин, я забыл посмотреть, у нее нож охотничий. Ёлки-палки, там же собаки валяются тут. Что это? Ничего, просто метка на асфальте. Это не нычки. Бандиты что-то там должны быть в этом. Значит, надо дальше идти вглубь. Искать бандитов. Но для начала надо сохраниться. Костерок. Так, а как автоматически убрать огонь? На какие кнопки-то? Плюс-минус, что ли? Нет. Девять патронов, на. Не помню, блин, на какие тут. Надо посмотреть на это кнопки. Так, режим стрельбы 0 и 9. Вроде написано. А, вот да, одиночный. Не надо одиночный как раз. Сохранимся. Ну-ка, пробежимся. По идее, здесь должны быть бандиты, но они тут не всегда приходят. Они же время от времени гуляют по зоне. Никого нет. Чики-брыки в дамки, никого нет. Так, тут еще анимации предметов на мягкий, на твердый знак, то есть анимации предметов отключены. Включены. Хлам весь подбираем. Что там, там, кстати, взял? О, я уже, я переключился на этот. Блин. Выкинь, это тоже выкинь. Эй, там аномалия. Так, перебираемся тогда через насыпь. Нички нету нигде. Что-то пеньки, всякая ерунда есть. Так. Надо бы сохраниться. Какие-то там вроде как стрельба. Ну, по-моему, это просто... Просто такие звуки.
На карте никого. Хотя у меня этот детектор дешевый, он в смысле самый примитивный, он ничего не показывает, что-то валяется. Тушкан, кот. Это пси-собака. Никого нет. Где сталкеры все подевались? Ничего. Ничего нет. Плоховато видно, конечно, темно. Фонарика у меня на бушку еще нету. У меня еще много чего нет. Блин. И здесь ничего нет. Никто ничего нам не оставил. Сломанное радио. Какой-то баллон или что там? Банка трехлитровая на столе стояла, ладно. Что-то починит? Так, торговля. Напильнички у него, так. А вот, вот этот мультитул нужно, чтобы оружие разбирать. Сколько? 4 косаря. У меня есть, конечно. А почему не синяя изолента? Бонус ремонта 3%. Так, во-во-во-во. Так можно попшикать. Масленка. Так, это состояние какое? Так, базовое улучшение ставим 8%. Не ниже 90%. Ясно, это тоже 85. 87, блин, а? 75. Так куда у меня в таком состоянии отвратительном? Так, мультитул надо брать, блин, другого нету. Зато теперь я могу разбирать оружие. Сколько? Сколько за ремонт возьмешь, а? Это пишется? Офигеть. Мне прям чуть-чуть не хватает на ремонт. На этот. А где я тебе такие деньги возьму-то? Найдешь какие детали для апгрейда? Подтаскивай, помозгуй. Угу, обязательно. Оптика у тебя есть, студент, а? Бинокль есть. Глушители разные. Вот он фонарик. Кстати, на лобне сколько? 5000 едить, колотить. Так, система быстрого сброса. Это керосин у нас. Керосин. Патроны, подствольники. Мне бы аптечку. Почем? 3000. Давай хоть бинт. 3200. Да ты что шутишь? Не, ну мне бинт хотя бы надо. Хотя бы 2, блин. Я все, короче. Глушитель. Мегаге. Оптики никто не предлагает вообще. Этот и задание, кстати, даже не дает. Так, рюкзак. Полевой рюкзак. У меня же такой же самый одетый. Охотничий рюкзак. Грузоподъемный смысл за деньги катал. 9000 стоит. Нет у меня таких денег. Просто вот нет. Опять я не одел эту. Так, ладно, пошли. Нечего нам тут делать, бомжам. Там блокпост дальше, вот там можно чем-то еще поживиться. Сохранимся, что ли? Наконец-то туман кончился. Тихо. Главное, чтобы в аномалию не влететь. Ой-ой-ой-ой-ой. Я подхватил.
Это нож, сигареты. Давай, используй. Кури. Никотин меньше выводит. Смешно. Здоровье не тратится? Вроде бы нет. Сколько там? Это у меня защита такая. Ну, по идее, фильтр должен помочь мне. Наверное. Вроде бы я не вижу, чтобы сильно падало здоровье. Только вперед смотреть, потому что летишь вниз туда. Так, а здесь надо бы сохраниться. Там вояки должны быть. Вон, по-моему, кто-то ходит. Или мне кажется. Аккуратненько спустимся. Вон тот, кто сидит. Бандит. Я отсюда не попаду без оптики. Пойдем тихонечко сползаем вниз. Видит аномалия. Мне как раз бандиты-то и нужны. Вот тут дырочка есть, через которую можно стрелять. Вот этот ящик еще мешает только. Ничего. Да, они хорошо съелись, конечно. Чего не скажешь. Это вам не военные. Тут попроще немножко. У них оружие, конечно, совсем не то. Вон. Это автомат где? Ага. Пистолет. Токарев, что ли? ТТ, то есть. Для случайного. Хальт. Не тут нажимаешь. Всё, запчасти пошли. Да, классные патроны, конечно, просто изумительные. Их ремонтить чем-то можно? Ничего нету, да? Разрядить, разобрать. Пружинки, всякие спусковые крючки. Так, вы получили. К сожалению, ничего не удалось. Ну, не удалось, так не удалось.
бывает. А разобрать что нельзя, что ли? Странно. Не все, кстати, разбирается. На тебе тогда этот шлем. Раз такое дело. Опять нашивок. Так, себе мы вроде как уже все собрали. Пивко. Найс. Чего нет? О, что-то попалось, что-то такое. Блин, привык, я переключился на тап. Теперь будешь тыкать туда, вот что это. Комплект приготовления еды. Ясно. Три использования. У меня патроны хоть есть какие-то? Аж целых три. Никого. Осмотримся немножко. Ну, погодка, блин, хорошая, конечно. В кавычках. Пачка сигарет валяется. О! Коленка разбила. Опа. Неси, да? Сохранимся, пожалуй. И как бандит. Почему кабана на свалке? Так, там аномалия. Аномалия Марево. Никого нет, ну там что лежит вроде. Надо сломанный приемник еще один. Еще нет. Он самый. Не-не-не, тут где-то. Я тут сегодня пойду. Обходим. Сохранимся маленько. Там же должны быть бандиты. Так, сколько у меня вообще патронов? А ну. Тут хоть 10. Так, близко к радиации не подходим, но баня. Так, пошли туда, посмотрим. Там могут быть бандиты. Мне как раз надо нашивки. Не ори там. Черт, плоть. Можно я как-то без вас? У меня патронов нет достаточно много. Патроны? Никаких нету, понял. Так, они стреляют. Да-да-да. Так нормально стреляют. Кто тут кого мочит, непонятно. Надо сохраниться, кстати.
О, серьезные ребята. Бандит побежал, наверное, да? Не видно ни черта. Тут кого фигачил, непонятно, где кто вообще. Так, кабаны. Кабаны, кабаны. А тело где-нибудь есть тут? Тут же вроде рванула граната. Пенек? Просто пенек. Ага. Ученый. Ни хрена себе ты тут налутался, дружок. Я вообще ходить не могу с таким весом. Ты что, с ума сошел? Так, дробашка, автомат. Ой-ой-ой, винтовка этот. Так, это мой, по-моему, да? Разведите, что за калибр там. Состояние. Двадцать девять, а здесь 26. Да-да-да, забываю все время, что надо альт держать. Да блин. Так, дробаш, хорошее дело, дробовик. Но, блин, качество этого дробовика уж, извините. Патроны есть какие-то на него? О, нет, это я разберу сразу в таком состоянии. Перегрузка все еще есть, никуда не делась. Угу. Ну тебя ж нельзя там заменить, тебе ствол поставить, правильно? Это на верстаке делается все. Не так. О, ножичек уже вот-вот придет в негодность. Так, поскольку этот дробовик похуже, блин, он получше, в смысле, а этот по качеству лучше. Так что давай забрать тебе. Я уже могу ходить. Контейнер с артефактом, красавчик. Немного денежек даже собрали. Так, пока, может быть, вместо пистолета заряди его. Не могу ходить. Нормальная тема. Аж нормальная. О, сколько ты всего понабирал, тут ёшкин кот. Артефакт еще внутри. Зуда. Может, денег каких-то хоть стоит. Так, бонус ремонта плюс 10%. Но опять же его на пояс не повесишь. Тебя разбирается, ты вообще разбираешься или нет? Нет. 21% выбросил. Все равно не могу ходить, да что ж такое-то? Понабирал тут всякой фигни, полные карманы. Так, немного подкрепился, то все, и уже ходить могу. Ох, мне повезло. Реально просто повезло. Погодка мрачная такая. Все как мы любим. О, я уже не могу бегать. О,
пиво все-таки помогло. Так, на этом не жахнет током, да? Ну давай, сохранись. Здесь по краешку пройти. Угу. Нормально. Так, мы пошли сюда, что ли? Старый ангар. Так, надо вот эти все запчасти, которые тут. Они тяжелые сильно все это. Потом это все дело можно будет продать когда-нибудь. Свой контейнер скинь. Вот этот ствол. О, так уже даже перевеса нет. Покрывало. А тут ничего и нет. Так, торговля. Так, он покупает ножки. За 300. Нормально. А нож у тебя есть? А, во-во-во. 4000 не хватает. А этот что? Нож непригоден для разделки. Так у меня такой же самый непригоден. Он не покупает его, говнюк. О, 5000. Да, но у меня и таких денег нету. 21 килограмм. Грузоподъемность. Точильный камень. Набор для заточки. 3 в 1. Так, используют при состоянии не ниже 10%. Не может быть использован. А сколько денег стоит? Что у тебя все дорого, а, дружок? У меня, блин, ножик нужен. А этот он не хочет брать. Вот жучара. Ага, аптечку сейчас. Так. Неплохое тут местечко, как я посмотрю. Охотник, говоришь? Так. Найдешь какую-нибудь работенку? Так. Снахожу на свалке. Северная аномалия. Газировка. Ну, у меня же здесь дробовик. Можно и попробовать. А на кого охотиться-то? Мутантов. Просто если химера, то ладно, давай. КПК. Вот они. Это там. Так, я тут все скинул. Пускай нам вот это надо еще поскидывать. Старые патроны. Надо их экономить. Вот эти вот. Их можно будет потом разобрать. Так, болты скинь. Причем все и патроны вот эти, гильзы. Бумажник, фотоаппараты, рация. Это мне все не надо. Такого оружия у меня нет. Они есть. Не обманывай. Патрончики. Еще и плюс-плюс. Типа усиленные. Блин, чтобы что-то еще было видно. Ну, фонарик нужен. У меня вроде как он есть, но это его в руки надо брать. Странно, что здесь вообще никого нету. Просто вот это слово совсем. Бильярдный стол. Тут спать можно. О, бабы чили. Бабы чили. Так, а здесь можно спать. Ну, спать мы пока не будем. Не-не-не. О, забрал.
Никого не вижу. Это вот там где-то. Блин, упал. Ладно. Сохранить, что ли? Пошли попробуем кого-то там пристрелить. Ну, лишь бы только не химера. Это у меня ни здоровья, ни брони, ни черта нету. Может, у меня даст, так я могу уже ножик себе купить. Денег какие-то даст хоть немножко. Так, он что-то ходит. Пистолетик возьму. Не так уж и плох пистолет. Правда, конечно, много надо попасть. Ну все. Там как минимум еще одного видел. Угу, вижу, он бегает. Виделся. Сразу куда-то убежал, уже не вижу. Кто-то перемещается. А, вижу. О! Готово. Хороший пистолет, точный. Не то, что тут пукалка. Пистолет Макарова. Детская игрушка. Ну, конечно, стреляет, но так себе стреляет. Так, я выполнил задание. Красавчик, 6300. Давай мне нож. Это же охотничий, да? Охотничий нож. Берем. Так, и там у него есть точильные камни. Две тысячи. Овер много. На одно возьму. Так, спрячь пистолет. Вот фонарик. Куда его поставить можно? А, странно. Вместо детектора. Это нам какую-то вот на вот эту. Такой себе. Хотя детектор мне, в принципе, сейчас не нужен. Так. Надеюсь, для меня работка. Мясо плоти 14 штук. Будет сделано. Так, пошли, у меня нож. Рыши есть, пошли, их разделаем. Так, этот ножик можно попробовать починить. Да и продать его надо будет делать. Упор не вижу его. Вот он. Сто процентов будет мультитул. 100%. А что это такое вообще? Швейный набор? Набор для стрижки? Ремонтим. Так, может там что лишнее, если оно выложено, допустим, гранату вот эту.
старые патроны. Вот еще старый жекан. Тряпки эти. Вот это выложу, вот это выложу, вот это тяжелое. Кстати, два... Набор для ружей убери. Это нам тоже пока не надо. Артефакты тоже могут... В принципе, артефакт тоже можно оставить. Контейнер сколько весит? Много. Доступ, говорит, отказан. Видишь ты какой. Что батарейки можно выковырить из него? Это мой дом, блин. Что происходит? Так. Здесь тайничок. Координаты тайничка. Статистика. Ношение, больше ничего не известно. Телефон тоже скинь. Батарейки. Пускай будут. Кошелек. Скидывай, что-то не скидываешь. Ладно, не скидывает. О, я охотничий нож. На всякий случай дробаш. По идее, там еще кабанети, в смысле, плоть не должна была исчезнуть. Что это? Это пенек, что ли? Ну да, блин, я затворился. Думал, что кто-то там сидит. Вон он, кабанчик. Ну давай. Взять все. Итого один кусочек мяса. Один. С такой большой твари такой один кусочек мяса всего лишь. Тут много. Тут аж целых два кусочка мяса. Пожирнее попалось. Так, отлично. Конечно, собирать это еще очень долго все, но тут где-то ящик был. О. Ну-ну-ну. Горошек. Так, пошли в ящик, это все дело скинем. Так, мясо, которое нам надо по заданию. Там же надо такое мясо. На плоти. Кулинарные изыски. Гурманов. Мясо плоти 14 штук. А мне всего лишь только 3. А вот глазики можно продать. Не густо, конечно, по деньгам, но 2000, рюкзак стоит 5630. Очень дорого. Так, вот там кто-то пошел промелькнул вот за этими бочками. Собаки. Это, наверное, просто звуки такие игровые. Да, дробовик, конечно, это сила, ничего не скажешь. Кикимера? Или кто это? Кто там пишется? Неважно. Хвост и кусочек отбивной. Мясо кикимеры, да.
Насыщенность 509. Ну, тут все радиоактивные. А хвост? Хвост и киморы. Мутирующая часть тела распространенная научная... Так, ладно, тогда вернусь обратно, выложу. Я думаю, мясо сейчас сразу продадим. Вместе с хвостиком. 700 и хвостик. Вот, косарик есть. Итого у меня 3, блин. Я в жизни не насобираешь на этот... На этот рюкзак. А места тут дикие. Там вот барахолка должна была быть, но я не знаю, есть ли там кто-то вообще сейчас или нет. Костер горит. Значит, что-то есть. Чтобы не влезть в холодец какой-нибудь тут. Барахолка. Мужик, ты оружие-то спрячь? Сейчас спрятал я уже. Паникую. Слушаю тебя. Паникуешь, ты что-то чем-то торгуешь? Так, просьба. Куда кинул гору? Так, посмотри сперва. Погоди, мне надо подумать. Так, найти себе какую-нибудь работу. Что-нибудь предложить. Хорошо. Ну, привет. Чем торгуешь? Придержи свое добро. А твое добро случайно не здесь? Или же случайно не здесь? Тут должен был кто-то быть, но никого нет здесь. Вот. Мастер должен был сидеть. Может, спит уже? Никого нет. А там же долг вроде раньше был. Ой-ой, изолента. Да ну... Дай пройти-то. Ткань ПВХ, резиновое покрытие. Чё, по мне, что ли, алё? Да беги! Пистолет. Да, это по мне стреляет. Упырь чертовый. Я его не вижу. 3 патрона есть. Я вижу. Это ж бандит, бляха. Падай давай, отлично. Нихуя! А тебе не многовато ли одному тюленю столько таскать-то? Как у тебя там все поместилось-то? Так, калаш. Разрядить. Тут нет патронов. Разрядить. Разрядить. Выбросить. Разрядить, выбросить. Уж такое состояние мне не надо. Этот можно разобрать. Это штетешка. Хороший пистолет. Разрядить, выбросить. Не буду разбирать. Качество ужасное. Заглушителя, блин. Это встроенный, да? Да, встроенный глушитель.
Может, кто подберет? Ага. Это у нас долго, если кто? Это у нас никто. Это просто... И ни у кого фонарика нету на голове, а? В плане смысле этого взять ни у кого нет. Не... Так, спать. Ну, вообще переночевать не мешало бы, конечно. Твое радио. Карту мне дай. Это у нас на... Это бар, да? Дорога ведет в бар. 100 рентген. Сюда вот. Вот тут куча бандитов просто. У них там база ихняя. Тут военные, по-моему, где-то шастают. Или там сталкер, что я уже подзабыл. Тут еще есть. Еще есть. Окольными путями обойти можно. Армейские склады. Вернуть товар Сидору. Чё, так, а, далеко так? Ни хрена себе. Это где это я? О, мне ж идти надо аж черти куда. Ну ты даешь, Сидорович. Послал новичка без ничего. Такую даль, блин. Так, попробуем поспать. Надеюсь, не сдохнем. Мне что-то пить надо, есть ему надо. Так, ну до... До 6 утра. О, как раз выброс прошел. Так, ой, пить хочешь? Сильно хочешь пить? Давай пей. Сначала поешь. Потому что я знаю, ты есть хочешь. Попей чистой водички. Во, отлично. Автомат еще никто тут не порастягивал. Нитки мы уже не починишь. А, тут не... Один патрон всего лишь, ё-моё. Не знаю, кто этого пристрелил, но это был не я. Вроде бы. Так, ну идем тогда сохранить, что ли. Кругом аномалии электрические. Пойдем. Ты только что шпил. Уже пить хочет опять. Ты не прокормишь. Мясо псевдособаки. Что у нас есть попить, кроме этого? Радиацию выводит, а это радиацию выводит или нет? А вот это, да, выводит тоже. Минус 2. А здесь минус 9, вот это пей. Так, ну что ж, на этом буду заканчивать серию. Так что всем спасибо за просмотр. И всем пока.